8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. В этом году праздник, посвященный памяти святых Петра и Феврония Муромских, получил официальный статус. В городском округе Люберцы основными площадками празднования стали Центральный и Наташинский парк. Там работали и мы. Любить не значит смотреть друг на друга. Любить значит смотреть в одном направлении. В Центральном парке чествовали те пары, которые не одно десятилетие идут рука об руку. Среди них семья Журавлевых. Познакомились на дискотеке и вместе уже 40 лет. Игорь Сергеевич работает на заводе «Звезда». Вместе с супругой Мариной Михайловной воспитали сына. Он пошел по стопам отца. Женился и подарил Журавлевым внука. Хороший праздник. Да, раньше его не отмечали. Сейчас как бы возобновили вот эти старинные наши. Надо, чтобы молодежь присутствовала на таких праздниках, смотрела. Надо приглашать, да, вот как людей, которые прожили много лет вместе. Надо друг другу доверять, прощать, что любить друг друга самое главное. Знакомство новобрачных Евгения Цвелодубова и Елизаветы Горшковой прошло в духе века 21-го. Они нашли друг друга на просторах интернета. Ура! На импровизированной сцене чествовали и многодетные семьи. Карибановы Бочаровы воспитывают 5 детей. Поздравить с праздником люберчан пришли депутат Государственной Думы России Роман Терешков и глава округа Владимир Ужицкий. Я сегодня хотел бы всех поздравить с замечательным праздником. Всем добра, мира, счастья, взаимопонимания, жить долго, до 100, как говорят. И если уж сложилось рядом любимый, то лучше в 100 в один день, чтобы все были счастливы. То, что мы сегодня здесь собрались в день наших святых Петра и Февронии Муромских, говорит о том, что мы начинаем возвращаться. Те детишки, которые сидят здесь, уже будут расти на традиционных ценностях. Если б не было тебя, я выдумал себе. Праздничная атмосфера царила и в Наташинском парке. Люберчане пришли сюда целыми семьями. Диана и Владислав Новоселов и их сыновья решили провести этот день вместе. По их мнению, секрет успешной семейной жизни прост. Взаимоуважение в первую очередь в семье и решение совместных вопросов. Мы любовь наших детей и близких. Со словами поздравлений к посетителям парка обратились депутаты городского округа Люберца Оксана Крамина и Дмитрий Сухов. Позвольте вас поздравить с праздником, с днем семьи, любви и верности. Любви учит нас наша семья. Это мама, которая убаюкивает своего младенца. Это муж, который во всем поддерживает свою жену. Это наши дети, которые ухаживают за нашими близкими. Мне бы хотелось, чтобы любящих и любимых людей становилось все больше и больше. Также хотелось бы сказать, чтобы вы все оставались верны друг другу, верны самому себе, верны нашему городу. Пока со сцены звучали поздравления и песни, на площади перед амфитеатром проходили творческие мастер-классы для детей. Луиза Егиазарян, Ирина Иванова, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.